Потому что это... В марте прошлого года. Прошлого года? Да. Мы в октябре с тобой что-то спланировали, а потом его отменили. А так это в марте. Да, ну ладно. Ну, хорошо. Ну, тогда что ж петь-то? Я даже не знаю. Много чего. Выведи. Выведи, ну давайте выведи. Сейчас я пойму, по какому принципу у меня строит гитара. Как вы поживаете тут без меня? Скажи, ты давно там пьешь? Уже справил. Давно. Помнишь? Зря ты это сказала. Ну... А ты хочешь, чтобы я ее спел? Хорошо. Прямо сейчас можно. Да, давайте не прямо сейчас. И прямо сейчас надо понять, по какому принципу строить. Что? Как будто она настроена. Пойдет. Давайте, да, как бы, или вот сейчас поем ту такую песню, где, в общем, это не очень важно. Есть миф, химера, большого такого размера. Непонятно, кто его выдумал, на чем основана вера, будто наша эра неуклонно идет к концу света. Утверждение это, как минимум, не к лицу мне, как минимум, спорно. Нет, я не ставлю в укор, но все-таки надо признаться, что это смешно. Вот, к примеру, мой приятель Гера неделю назад немножечко принял на грудь, но переборщил и залил глаза. Он оказался в нирване, помылся от солнечной ванне, его там встретил огневый лев. Он заколовался кабанером, он голосовался с пудой, давал попоплен олейна, набрал шар с гертрудой. Тут по законам рэпа должен быть припев. Должен быть припев! Должен быть припев. Поехали по полю два молодца. Их из лады знака прилога. Нет у одного из них лица, у другого нет затылка. Йоу, вернемся к Гере. Вообще он хороший парень, но... не знает меры. Сердце его затарено уфологией, астрологией, психоанализом, Нострадамусом. Как фанат актуальной поэзии, он считает, что ритма троллейбусом отличная в данном случае. Или еще лучше, чтобы совсем без ритма и без рифмы. Так вот, в один своей нирване небесные птицы гули ему нашептали: Ваня, тебя обманули. Но ты здесь точно знаешь, на своем пути млечном все бесконечно, Ваня, я Гера, а это конечно. Тебе говорят все, а ты говори фигу. Сходи прогуляйся по парку, поспи, полистай книгу, лучше детскую. Там много картинок, и никого не слушай. Если захочешь подраться, кого-то побить, а побей баклуши. Лучше смотри мультфильмы, но никогда не выйди шоу. А Ваня ты или Гера, это не важно. В общем, ты веди себя хорошо. И кстати, запиши на подборку эти слова. Должен быть припев, 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 должен быть припев. Меня заклинило, ребята. Так бывает иногда. Сейчас, подождите, отпустим. Ехали по полю два молодца, их везла без тонка вылока. Нету одного из них лица, другого не забилока. Ехали по полю два молодца, их везла без тонка вылока. Нету одного из них лица, другого нет, у другого нет, у другого нет затылка. Мира большого такого размера.